Ну, смотрите, во-первых, после протеста, сегодняшнего протеста, у меня есть все основания думать, что полиция была руку в руку с провокаторами, потому что 4 человека неизвестных, которые ругались матом, плевались на мирных протестующих, угрожали, кричали, никто к ним не подошел. К нашим мирным протестующим подошли, искали в сумках, просили удостоверение личности. Поэтому я и думал, что сегодня это все было руку в руку сделано с правоохранительным органом для того, чтобы помешать мирному протесту. Протест прошел, мы доказали еще раз, что мы протестуем без провокаций. Мирные протестующие пришли поддержать Марину Таубер, Евгению Гуцу и Светлану Папа. Очень стыдно за наши правоохранительные органы, которые позволили испортить или попытаться испортить наш мирный протест. Никто ничего не сделал на наши многочисленные жалобы, когда мы попросили, чтобы взяли, приняли меры против них, ничего не произошло. По поводу дело Марины Таубер, я не могу вам сейчас дать больше деталей. Марина вышла, она вам даст больше информации про дело и про суд. Но опять же, стыдно за наши правоохранительные органы, которые с мизерными зарплатами защищают провокаторами нездоровых людей, которые получают сотни евро за каждый свой выход на протест от организованной преступной группировки ПАС. Это все, что я могу вам сказать на сейчас. Стыдно. Стыдно за нашу страну, стыдно за наших полицейских, стыдно за наших руководителей полиции. Вот посмотрите лицо ПАС. Посмотрите на ее нездоровое лицо. Audiați martorii din partea acuzării. La fel, n-am auzit nimic în marturii lor care poate să demonstreze vinovăția mea sau colegii partidului politic Șor. Ședințe sunt multe, ele sunt practic de două ori pe săptămână la mine, eu cunosc și că la doamna Guțu și la doamna Svetlana, la fel sunt foarte multe ședințe. Acum nu avem niciun rezultat, astăzi nu avem niciun rezultat, pentru că deja sunt ședințele în fond și așteptăm deja ce o să fie mai departe. Așteptăm ce presiune o să fie mai departe pe instanță, dar vedem că există această presiune foarte mare și se dorește ca acest dosar să se decurgă foarte și foarte repede. Se vede că judecătoare se grăbește foarte mult, se vede că procurorii se grăbesc foarte mult. Cel mai probabil că vor sub aceste alegeri cumva să prezinte învinuire. Dar o să vedem, nu pot să vă spun ce urmează, nu vreau să comentez foarte mult ceea ce se întâmplă în aceste ședințe, să nu fie calificat ca presiunea asupra procesului, doar vreau să reiterez poziția noastră, nici Ilan Șor, nici eu, nici Eugenie Guțu, nici Svetlana Popan și alți colegi, noi nu suntem vinovați și noi vom demonstra nevinovăția noastră și cu siguranță vom învinge. Mulțumesc, spasibo. Spasibo, большое. Bravo, Marina! Thank you.